94 ножевых ран, большинство из которых не были смертельными. В Магадане завершили расследование убийства с особой жестокостью 18-летней девушки. Следствие установило, что в конце декабря прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру к молодой женщине, с которой ранее состоял в близких отношениях. Между людьми произошел конфликт. В процессе разговора между ними произошел конфликт вследствие того, что девушка не желала продолжать с ним близкие отношения. На данной почве молодой человек взял кухонный нож и нанес им множественные удары по телу девушки, в том числе в область шеи, верхних и нижних конечностей. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено наличие 94 ножевых ран, подавляющее число из которых не являлись смертельными. После того, как молодой человек убедился в смерти жертвы, он забрал орудие убийства, банковскую карту погибшей, а затем покинул квартиру. Сотрудники ведомства установили, несмотря на то, что смертельными раны не были, они причиняли девушке особые физические страдания. По заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, молодой человек признан психически здоровым. Сотрудники ведомства собрали достаточный объем доказательств вины молодого человека. Уголовное дело «Убийство с особой жестокостью» направили в прокуратуру Магаданской области, чтобы утвердить обвинительное заключение и отдать в суд. Максимальное наказание за такое преступление – пожизненное заключение.